Облачно, но жарко. Такой запомнится эта среда. Оранжевый хоть и объявляли, но гроз обещанных горожане не дождались. Температура с самого утра поползла вверх и остановилась лишь у отметки в плюс 29. На Сербию ночью обрушились ливни и грозы. В городах реки вышли из берегов, что привело к наводнениям. Потоки воды уносили припаркованное авто. В некоторых регионах власти ввели режим ЧС. В Юго-Восточной Азии бушует тропический шторм Нури. В Поднебесный ветер рвал провода линии электропередач, а ливни превратили улицы в реки. Во Вьетнаме Нури принес наводнение, которое отрезало от цивилизации несколько областей. Стихия не утихает. Подсчитать ущерб пока невозможно. От шторма досталось и Таиланду. Там повреждено около 500 домов. На четверг синоптики объявили штормовое предупреждение. Всему виной грозовые дожди и жаркая погода. В Бобруйске 18 июня до обеда обещают ясную погоду, после уже осадки. Ветер юго-восточно умеренный, ночью воздух прогреется до 19 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 20 со знаком плюс. Кристина Риенс, Андрей Богдан, Бобруйск 360.